Приветствую вас. Не то чтобы я не согласен с ответами, которые дали вам эксперты, а просто мне кажется, что нужно, знаете как, немножечко более, так сказать, акцентировано именно на вас. Постараться ответить. Смотрите, вы пишете, очень давно общается с одной девушкой. Нравится она мне сильно. Но, как и следовало ожидать, мы очень хорошие друзья. Вот это вот вы пишете, как и следовало ожидать. А почему вы пишете именно так? То есть вы сами ожидали, что она, скорее всего, для вас только друг с ее стороны? У вас уже были случаи, что вот девушки, которые сильно нравятся, например, парням, держали их в френд-зоне? Или как? Откуда взялось у вас вот это вот ожидание того, что она обязательно будет во френд-зоне? И вы будете в ее френд-зоне? Откуда взялось этот симптом ожидания? Ведь понимаете как? При всей так сказать, маленькой важности, минимальной важности ожидания, оно все же, ожидание я имею в виду, влияет на то, как вы воспринимаете себя и на то, как вы воспринимаете других людей. И если вы ожидали того, что вы во френд-зоне, то велика вероятность, что именно это и происходит, потому что женщина в первую очередь любит мужчин, уверенных в себе. Итак, первое, о чем можно и нужно с вами поговорить, это возможная неуверенность в себе или необоснованное принижение себя самого. Далее. Вы очень хорошие друзья, но вам хотелось бы большего. Тут тоже очень интересный момент. Причем этот момент, он принципиален, хотя не является, как это ни странно, сутью вашего вопроса. То есть это не является как таковым ответом на вопрос. Это является, по сути дела, анализом той информации, которую вы предоставили. Так вот, вы говорите, что я хочу большего от отношений с девушкой. Допустим, вы действительно хотите большего. Хотеть большего нормально и естественно, но возникает вопрос: вы хотите большего для чего? Для кого? Для себя или для нее? Если вы хотите большего для себя, то это получается эгоизм. А девочка получается средство для удовлетворения ваших потребностей. Если вы хотите выйти из френд-зоны только потому, что ваши чувства к ней, допустим, другие, нежели у нее к вам, если вы хотите, чтобы вы сблизились только потому, что вы, например, ее любите, допустим, любите, то это, мягко говоря, эгоизм. И это не любовь. Это, по сути дела, я уже сказал, использование человека и навязывание ей своего отношения. Вы же не знаете, и мы не знаем. Может быть, у нее есть парень уже давно. Может быть, у нее с этим парнем все серьезно.
Может быть, она с ним счастлива. И что вы собираетесь рушить их отношения и уводить девушку, например, от парня? Я не думаю, это хорошая идея, хотя бы потому, что девушка же его выбрала. И кроме того, если вы нацелены на девушку, если вы считаете, что у вас не эгоистичное отношение к ней, а именно направлено на нее, то дружба — это хороший повод сделать то, на что направлена любовь. То есть сделать ее счастливой. И вам по большому счету не важно, друзья с ней или нет. Главное, что она рядом, и вы можете сделать ее счастливой. А если она с вами не рядом, то вопрос в том, счастлива ли она. Для человека, который любит, для человека, который испытывает серьезные, сильные чувства, важно только одно, чтобы человек, которого любит, был счастлив. И вот на этот вопрос я рекомендую вам ответить. Для чего вы хотите этого самого большего? Теперь ваш вопрос, как выйти из френд-зоны? Конечно, необходимо множество уточнений сделать, прежде чем грамотно отвечать на этот вопрос. Вопросы эти, уточняющие вопросы, касаются вас, касаются вашей девушки, какой вы человек, какие у вас индивидуальные особенности, какой девушка-человек, какие у нее индивидуальные особенности, что вам нравится, что ей нравится, все вот это вот нужно уточнять. И тогда можно постепенно из этого сформулировать ответ на ваш вопрос. Но вы предпочли ничего этого не рассказывать и просто задаете вопрос о выходе из френд-зоны. И тогда, соответственно, я отвечаю вам общим также ответом. Надеюсь, что он вам поможет хоть немножко. Во-первых, чтобы выйти из френд-зоны для девочки, нужно, чтобы девушка посмотрела на вас, как на мужчину. Да? Как на мужчину. На мужчину именно вот с позиции, отношений более близких. Это для того, чтобы она посмотрела на вас, как на мужчину, с позиции более близких отношений. Нужно, чтобы вы показали себя ей, как мужчина. Чтобы показать себя, как мужчину ей, вам необходимо понять, а какой образ мужского поведения, какие мужские качества девушкой уважаются, приветствуются, поощряются, вызывают восхищение и так далее. То есть какой мужчина, иными словами, нужен вашей девушке. Это первая и самая главная характеристика ответа на ваш вопрос. Образ мужского поведения, который необходим вашей девушке. Какого мужчину девушка хочет видеть рядом с собой. Это главное. Без этого невозможно выйти из френд-зоны. Следующий вопрос, на который вам нужно ответить при формулировании своей линии поведения. Если вы узнали, что все-таки девушке нужно, какой мужчина рядом с ней ей нужен, вы узнали это, возникает следующий вопрос. Вот можете ли вы быть этим мужчиной без вреда себе? Не нанесется ли вам вред, если вы станете тем мужчиной, которого хочет видеть девушка?
Потому что если это будет вам вред, это будет жертва. А жертвование собой всегда ведет к опустошению, а опустошение ведет к потребности, к компенсированию того, что вы делаете. А девушка вам ничего не должна, и вполне вероятно, что она может даже и не заметить того, что вы делаете. Особенно если у нее уже есть парень, если она с ним давно. Это я прошу вас учитывать. То есть, вторая характеристика ответа заключается в том, чтобы не нанести себе вред при следовании линии поведения того образа мужчины, в котором хочет видеть девушку. И следующее, последнее, это, во-первых, как можно больше интересов между вами и девушкой. Во-вторых, направленность на нее, то есть желание постоянно ей помочь, желание сделать для нее что-то, желание и возможность поддержать ее, желание и возможность оказывать ей какие-то знаки внимания на уровне, вот на грани, да, то есть, чтобы вот мы, например, там делали для нее что-то, делали, да, а потом недавно там, допустим, как естественно, в рамках естественного поведения, например, посылает ей там цветы, допустим. Она выходит вам и говорит, вот у вас зовут Дмитрий, соответственно, она выходит к вам и говорит: Дима, мне очень приятно, что ты повторил цветы, но мне нужно этого делать, мы с тобой не пара. Да, то есть девочка вот показывает вам некую грань. Вот за эту грань вам пути нет. Соответственно, если вы хотите выйти из сенсоны, если вы преследуете этот сенсон, нужно трепетно относиться к этой вот грани. Если девушка сказала, что это грань, значит это грань. Не нужно насильно эту грань ломать. То есть сказали сами себе: хорошо, она так сказала, буду оказывать некое внимание дальше. То есть на том уровне мы как бы вот собственно, девушка вам это позволяет делать. И через какое-то время вы вновь пытаетесь вот эту грань прорвать. Смотрите на реакцию девушки. Но это не нужно делать часто, да, не каждый день. Это вы делаете там, может быть, раз в два месяца, допустим. А то есть вы делаете какие-то вещи, которые могут вызывать у девочки там отторжение. Но это опять же происходит, что у нее нет парня. Потому что если у нее есть парень, то ситуация сложнее. Тут все зависит уже от многих факторов. Слишком много. Какие у нее отношения с парнем, как чего, насколько все серьезно и так далее. То есть это вот тоже нужно вам понимать. Но последняя характеристика ответа звучит так, в общем и целом. Направленность на девушку и оказание ей всяческой помощи, бескорыстной, то есть не во вред себе, чтобы вы собой не жертвовали, чтобы вы себе не вредили, и знаков внимания. А также обязательный учет того, что это займет много времени. И, соответственно, хотите ли вы тратить много времени на эту девочку, при условии, что она, может быть, вам ничего в итоге и не ответит взамен, да? На этот вопрос точно нужно вам ответить, чтобы вы не рассуждали таким, клише, может быть, да, определенным клише, что вот столько свист, столько сил, столько времени было потрачено на нее, она вот это все не заметила, и в итоге я остался не у дел. Вот чтобы таких фраз у вас не было, чтобы таких мыслей у вас не было. Потому что если такие мысли есть у вас, то это практически не любовь. Это некое такое, знаете, вот потребительское отношение к человеку, мол,
она мне понравилась, я хочу быть с ней. Вот. Вы можете так считать, но тогда ваши отношения стоит выстраивать немножко на других основаниях, не на тех, о которых я здесь говорил. И эти основания, равно как и отношения, являются объектом совсем другого разговора и совсем иной направленности, ну, которую можно обсудить, но я не думаю, что в рамках этого ответа. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.